Вот такой вот трек. Очки не видел никто. Дайте мне очки. Можно очки? В этой первой песне нужно с очками исполнять. Спасибо. Чтобы никто не пропалил, о чем идет речь. Окей. Сейчас позовем наших друзей. Арчи, Локдог, come to me. Спасибо. Стороны ра. Спасибо за подгон, парни. А еще. Так, стоп. Да-да, ты. PR, baby. Ра-про. Как за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, путь звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Ничего обойдется. Как за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, путь звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Ничего обойдется. Вышел из подъезда суфел. Чек в левый туфель. Свет в глаза. Тупо. Ступор. Атас. Абибас. Шухер. Абибас. Попал в мусора. Супер. Юзер. Грузит лавы. Капает как пиво-кулер. Я раньше думал, что папандос это пизго. Потом пару раз умер до слез. Я дублю в дубель. Машины тоже люди. Как я держал рубль. Потом в кумбол. Зал сюда. Кубок. Здесь сюда, ты чё, упал, а на трезвя один хуй дома, ступор, сука. Жизнь заебала, сука, ну и хуй с ней. Далеко пойдешь, примут тихо. Maybe so high, меня принимают за психа. Тупо за псих. Там за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем легалки в ночи. Все, ничего обойдется. Там за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем легалки в ночи. Все, ничего обойдется. После напаса став, который курит и встав. Ты понимаешь, что устал, парни, опас. Губы белые, как зубная паста. Вчера раз, то сегодня понял, как устроен мир этот импаст. Часто во рту сухо, по рту в мыслях зачислен бесчисленные еды. Так называемых МС. Считаешь друга барыги, но сам от него край вныкал. А теперь привык, что на тебе висит ирлы. Неприметный парнишка делает серьезные бабки. Пару жидайки, причем шалами реально в порядке. Ленка мерещится, сознание дает трещину. Чтобы было обеспечено будущее беспечное. Готов продинамить одного парня при встрече. О чем речь? Подстава справа, засада. Такого расклада от тебя никто не ожидал. Ужалил низкий, жалко. Но Бог тебя накажет. Там за горизонтом солнце берем окна. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Все обойдется. Там за горизонтом солнце берем окна. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Ничего обойдется. Мы выходим по пятихатке в рыло. Арчи, слышишь, звонит моя мобила. Все очень мило. 4010 это то, чем Ванек на четвертом грезит. На вид мы МС, на деле Месси. Спорь, пока ты не возьмешь себе все. Бой, пока ты не разлюбишь это. Мы мистер и мистер, вечное лето. Фургон стоит за 4 метра. Мы метры, дело нам похуй как-то. Но к нам подошли насчет документов. И потом предъявили нам по факту. Мы так артисты, мы знаем разве, как разбирать этот бэк с капой. А то, что здесь у меня в кармане, это что-то не так и не так как-то. За горизонтом солнце берем оптом. Солнце берем оптом. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Че? Ничего обойдется. Там за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем мигалки в ночи. Че? Ничего обойдется. Никому не поздно припудрить ноздри, ведь они не просто для соплей воздуха созданы. За все последствия ответит просто после того, как из озера выловит тело, и ты в нем будешь опосланным. Возьми по грамма, парень, для тебя и мамы. Я лирик рост, я хуже или этого мало. Пизду, обидло, гост, VIP, как гост, твой выбор. Вынос, как пылесос, раз, перебрал, и ты выбыл. В то время, когда в спальных районах не спят, и каждый день распять, давно быть должен распят. И лишь такой расклад, лишь такой финал, лишь так сможет упасть детей от наркоты на лишь мечты. Правда для нас двоих, нас от всех. На всех статьях, найдите разницу в глазах моих. Пора покаяться, лучше спросим у Яндекса. На сколько лет и сколько зим моя затянется. На сколько лет затянет. Там за горизонтом солнце берем оптом. То, что хорошо продается, пыль звезд. Под оконцем
микрос, дымащий, еще обойдется. Как за горизонтом солнце берем опна. То, что хорошо продается, вы звезд. Под окласом мигалки в ночи, чё, ничё обойдётся. Е-е-е, стрелёт, пиар, Москва, чё. Е-е-е-е. За горизонтом то, что хорошо продаётся. Хотите, можете обращаться, в принципе. Оптом и грозится. А теперь тишина, пожалуйста, тишина.